Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Лары Антоновой Григорьевой. Композиция называется «Последнее солнце». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Осень поздний, последнее солнце. Северный ветер рассеял по свету. Долго идти пешком придется. Через снега весне навстречу. Через завалы, через сугробы, в час предрассветный к началу восхода. Выйдешь ли, милый, на край дороги, чтобы меня встретить с мороза? Через завалы, через сугробы, час предрассветный к началу восхода. Выйдешь ли, милый, на край дороги, чтобы меня встретить с мороза? Вскоре речной хрусталь разобьется, и росы белых жемчужин вешними водами по земле разольется, из оков расколдованной стужи будут ручьи на бегу просыпаться. Будет время весенним хлопотам, чувствами стан сердца наполняться, о любви говоришь шепотом. Будут ручьи на бегу просыпаться, будет время весенним хлопотом. Чувствами станут сердца наполняться, о любви говори. И разговор не слышно сольется, шумом и гамом цветения. Выйдешь ли, милый, выйдет ли солнце в пасмурный день осенний? Сольется шумом и гамом цветения. Выйдешь ли, милый, выйдет ли солнце в пасмурный день осенний? Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Последнее солнце». Стихи Лары Антоновой и Григорьевой.
музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».